Это снова я, у меня, оказывается, кончилось место на том жестком диске, я сейчас записываю другой, у меня тут побольше памяти. Думаю, столько же запишу. Я тут нашел вот такой вот склад. Интересно, кто его тут сделал. Кто в пригородках? 5 магазинов СВД, Станаги. Приходите забирать, пока все мафы перезапустили, что ли. Думаю, одну кровь выложу. Я тоже в пригородках, не стреляй тут. Заберу станок. Так, ну ладно, кому... Я в пригородках, тоже не стреляйте, в мирный. Хотя, пока, когда я выложу эту серию, сервер уже перезапустит. Ну ладно. Кто читер? Короче, я хотел полутать еще ангары, вот я сейчас туда иду. Как никнейм? В общем, если они сейчас будут продолжать говорить, я их замучу, а потом размучу. Сказал, конечно, интересно. Тихо. Бинокль, неужели? Бинокль нашел. Опять зомби. Да. А кто в пригородках? Я в пригородках бегу. А, к ним бегу. Кто-то в лесу бежит. Ух, сколько я промахал. Ой. Сколько их бежало-то. Просто не съедят сейчас заживо. Что у нас тут? У нас тут ничего нужного. Тихо. Кто тут? Трабовик, наверное. Тебе ноги сломал, да? Где? Где? Теперь ползайте. Всего остался ПМ. Это плохо. Это 5. Тебе, Димор, ББ. Вот,
Фу, сколько. Мне ж патронов на них не хватит. Крови мне на них не хватит. Они меня по-любому кто-то один ударит. И все. Ужас. Я же на 8 месте. Это первый мне, правда. Так, я так понял, сестра Ляска еще шел в мою сторону. Но лучше не надо. Или он меня убьет, или я его, или мы подружимся. Он мне перельет кровь. По-моему, что стрелять зомби. В общем, народ, если хотите со мной дружить, то пишите мне в личку. В комментарии лучше не писать о таком. Кто со мной хочет воевать, то пишите, что хотите воевать. Ну, просто то, что меня хотите убить, и все. В общем, я думаю, вы знаете, как это было с Black Silver. Его кто-то хотел убить, кто-то его защищал. Я не он, но по тому же принципу играю. Кто со мной хочет играть, ну, или кто со мной хочет дружить, я с ним дружу. Так что... думайте сами. Так, ну вот походу большинство зомбаков отстало. Остался один. Я сейчас бегаю в выбор. Хочу все-таки себе рюкзак найти. А потом думаю, если не найду, то сбегаю в пустошку. Оттуда уже пойду нички искать. Или хотя бы, да, ну мне велосипед надо будет. То пешком бегать, не вариант. Выбор уже там скоро будет. Ну, то есть он там, да? Через километр, полтора, например. Зомби от нас отстал. Вот меня, конечно. Вон он уже, выбор виднеется. Раз-зас. Что-то про него раньше говорили, потому что он всех ко мне... ой, ко мне... себе телепортировал. Меня радует, нет. Где тебе сломали в электро? Кена, блин, молчи, иначе сейчас заткну. Потом вам напомню, чтобы я тебя вытащил, когда уже буду просто так играть. Мне также в электро, у меня хуясь ноги переломаны тут же и все. Чувствую, тетер какой-то тут все-таки есть. Вдруг сейчас я резко как-то... что? Сейчас я чувствую, никого нет. Никто не может найти. Ага, я, наверное, пойду сейчас сделаю где-то лагерь. Привет всем. Привет. А откат был, да? Все техники. Еще был откат. Люблю бы с собой пыль таскать, она красивее мамочка. Тут красный как-то не особо, тут интересно будет.
кстати, народ, я думаю сделать вообще палатку, чтобы туда кто-то приходил, чтобы клал, брал, если надо было. Ну, пожалуйста, не расхищайте меня. То есть я делаю это на видео, это, конечно, специально, чтобы была помощь кому-то. Ходите, ложите мне комменты, оружие, патроны, берите себе что надо. И не стреляйте, если будете палатку, берите. Добряк, если не занят, позвони мне. Кайф. Разделал кабана, и он пропал сразу. А кто-нибудь знает, вайп еще будет или нет? Сейчас посмотрю, что тут еще есть. Thank you.
отлично. Ага, опять. Руки подрывать. И то мало будет. Всем привет. Здорово. Привет. Да есть, я по полному запасу так выйду. А, здесь ничего нету. Ну, одежда, по крайней мере. Я, в принципе, ее сейчас еще. Так, значит, я за сегодня пришел на тревогу. Тайеры, я тайеры сейчас я выберу. Наверное, я вот в этом лесу и поставлю. Подходи сюда, берите что хотите. Ну, я ставлю, конечно, еду, воду. Я бы положил только начальный запас еда, да, какая-нибудь. Ну, лапляшка, скорее всего. Всем пригодится. Ну, потом оружие, принесу еще что-нибудь. В принципе, тут такое место хорошее, снайпером там вообще никак. Оно на горочке находится. Ну, то есть это место на горочке находится. Снайпером тут вообще фигушки. Разве что отсюда стрелять. Сейчас выберу место и поставлю. Или вон там наверху. Сейчас глянем, где удобнее будет. Кабанчик. Сейчас как раз поем, у меня крови чувствую мало. Цвета почти все иссохлись. В принципе, неплохое место так. Сэндл убьем. Вот, ну хорошо. Ну, наверное, ставлю палатку. Вот тут, наверное. Каждый найдет. Несложно будет, я думаю.
чувствую, баг с этим, с этими палатками убрали, когда они не ставились на местности. Снаряжение. Положу я сюда. Две банки еды. Одну флешку, одну пепси. Морфей. Буду того еще. Ну ладно, еще один морфей положу. Так, что еще мне сюда положить? Пакет крови один. В общем, координаты палатки где-то менять. 35-59. Рядом с выбором. Сейчас сходим на телефончика. Опять же мини-бокс, наверное, записывает. Тихо-тихо. О! Четыре кусочка. Чувствуешь, там вообще нехило так убивают. Так. Кого тут разводит костер? Гляну, сколько у меня жизней. 9600. Там на 3 куска надо схавать. О. И жарить. Ладно, эти два куска я сюда положу, чтобы вам тут было вызвать. Сяду напоследок. Ну, если запомнили, это находит палатка моя. Все вообще наша. Недалеко от аэры выбора лопатина. Нужно еще будет поставить. Я думаю, в этой серии я, наверное, всего лишь дойду до сюда. Потом закончу записывать. Так, память уже закончится. Я хотя бы не потяну, что видео весело. Я утром поставлю завтра. Загружаться на YouTube, скоро большая будет. Ну ладно, все. Костер. Сохранение. Итак. Платина. Теперь идем туда. Так, сейчас я быстренько гляну, сколько мне там записалось.
37 гигабайт, значит, и идет сколько-то видео, интересно. Видеоинфо. Чувствую, не загрузится, сколько память. 74 гигабайта осталось. Ну ладно, пошел я. Да, я там оставил еще один салат. 300 нага. 4. Ну, хватит постреляться. Кто-то злой попадется на пути. Где тут сказал, она на волне будет. Сейчас себе до конца пополню хп. Ну и будет у меня на всякий случай еще мясо. Ну, стой. Ты не убежишь? Надо мне БМР, я тебя уже стрелю. Это самки как-то издалека стрелять, я не особо умею. Туда бежать, как раз тут место там пожарит. Это симулятор бегу по лесу. Ребят, ну вот кто такой гандон с щитами, блядь? Ну вот признайтесь, будьте мужиком, блядь. Попробуем вычислить монолит. А чё уже? Короче, не у меня первого, блядь, в районе электрозаводка. Хотите, проверьте, блядь. Приходишь, бежишь. Просто нога ломается, да, и да. Все, не выстрелил ничего, просто нога, блядь, заебали. И здание рушится, вот, блядь, стою, смотрю, одно здание упало, второе упало, вообще охуеть, блядь. Ну, вчера здание это Винни вроде рушил, а сегодня... Нет, прямо на моих глазах здание сейчас упало. Да задал ты уже, блядь. Не знаю, сидит на каком-то другом сервере. Или просто люди мне мешали. Мне вообще УАЗик сперли. Ух ты, тут вертушка что ли где-то рядом? Или вышка? Не знаю, кто читер, я думаю, по логам проверить, там будет ясно, кто читер. Да вроде белый. Может, я просто так... вот что обидно. Чуваки, я не знаю. Мне пароль 3 дня дал. Я пока дождался пароля. Три дня прошло. А читы так, блин, да, вот сразу же попросили пароль и сразу дали. Так что ничего не скажу. Оставил вчера возле тупых скал лазить. Сегодня нету. Читерки с макаком тут. Так, по-моему, довольно достаточно. Это, наверное, тут 50. Как вчера, уже сегодня. Некоторые забанили, вот, по-любому еще. Вчера я помню, в тех воду ТП-шили. Даже вот, вот после этого. Это было заметно, там кто-то писал. Ой, велик, еще что-то. Или я говорил, то что. А так это я в центре, наверное. Только не в центре, а на крайней.
хак скачивайте, идите на левые серваки, но на этом не играть. Ты броневичок. Какой уже белый лагерь был, а, был как его? Какой-то электро, последний электро. Ну и вот сначала я супер, потом Никес, потом я, опять я. Ну все на нем покатались. Хэтчбэк возле электро находил. Хэтчбэк еще кто-то в электро забыл. Надо найти песню. Да, почему я набираю себе столько воды с едой, потому что собираюсь идти через 200. Там, блин, пока я все это пройду, займет очень много времени. Но я думаю, это привал Грозового дойду или до скалки хотя бы. И там остановлюсь. Кстати, кто черно шмаляет? Отлично. Теперь полностью хорошо установил. Все, тушу костер. Ой, блядь, дай пришел, какая ночь. Вот я дай. Да, заходите на мой канал, подписывайтесь. Пусть у меня и популярность такая же большая, я считаю, нету. Да тут вообще все разрушено, тут не только труба, я вижу, блядь, да, город взорвется скоро нахер. Подойди к церкви, тут дома развалены вообще. Я не знаю, что за скотина делает, или баг это, в электро приходишь, блядь, у тебя нога ломается, да, кровотечение, ты перебинтовываешься, опять открывается кровотечение, и в итоге вот так вот, блядь, пока у тебя бинты не кончатся, и в итоге ты вздыхаешь, я вот сейчас так же лежу. Я приду на одну точку и там остановлюсь. И завтра уже продолжу. Не, это гон, короче, это ждать Сергея, блядь, опять вайп, я думаю, будет. Ну как он меня увидел с полурастояния? Я не представляю. Вы представляете, скажите мне. Я только хочу найти снайперскую винтовку, что никак не могу. Да вы тоже, вы не тупите, идите на горочку, он по-любому там сидит. Взял себе там, я не знаю, он ее нашел, вот он. Вот, я хочу СВД-ка. Только ее фиг найдешь. Хорошенько этот электр. Там же смотрите сверху. Там топор возьмите. А сколько колесо слотов занимает? 6. Ну, найти снайперов вычислить легко. Если вы когда выстрел раздается, это же сразу слышит такой. У меня, правда, не всегда, я правильно понимаю, что выстрел у меня одна колонка, всего и она работает на левый. Где канал можно чаще всего найти 4 слота? То есть откуда правильно выстрел раздается? Да. Да-да-да.
магазинах особенно. Будик. Ангара. Я не выходил. Как-то раз в магазине появляюсь, ну правда на другом серваке. Сейчас входим. Там три или четыре этих длинных, не помню как они называются, камуфляжные типа. И чуваки, извините, два на 12 слотов. Да. Там, короче, весь магазин был засыпан этими рюкзаками. Эй. Ну-ка тихо. Все. Наверное, скоро весь сервер в мути окажется. У меня кнопка чата не работает. Еще раз-то. Что-то он сказал, я не понял, не слышал. Так, надо бы сейчас глянуть, сколько же гигабайт весит это видео. Потому что по этому размеру я уже примерно определяю, сколько идет. Ну, и думаю, минут 40 хватит. В принципе, которая предыдущая серия была, 12-я, я ее заливал на YouTube, ну, сколько она, 5 часов где-то заливалась. Ну или около 5. Все-таки это днем было, это долго. А утром, когда я включу, поставлю перед учебой, потом поеду. Приеду, как раз все загрузится, и та серия, и эта. Они обе примерно одинаково будут весить. Будут весить и типа продолжить. Ну, здесь просто одинаково. Порой неправильно строят. Вот сочетание предложения. Думаю, справлюсь. Так, пока что он тут сидит. Я гляну, сколько весит уже. Какая-то папочка. 58 гигабайт. 58. Это примерно 35 минут. Так, ладно, добегу. Побегу до сюда и закончу. Оттуда уже завтра продолжу.
Я думаю, никто другой не струсит. Не станет перепрятывать свою машину. Вдруг человек тут не скажет. Я чувствую, что они вообще замолчали. Странно, все остальные игроки молчат. Стойте, ним такое. Кто их подменил? Странно, я давно так один не бегал. Обычно с кем-то бегаю, а тут один. Как-то не по себе даже. Хотя интересно уже. Я начинал играть вообще после просмотров этих видео Black Silver. И их не там. Ну, шустрелы. Маньяк с топором этот. И, в общем, потом начал играть. Первый день вообще такой нубью был. Второй тоже не хуже, не лучше, то есть. Ну, не хуже. Начал так развиваться, потом познакомился с одним, с другим игроком, с третьим. Потом у нас команда появилась. Ну вот, потом я как с первым познакомился с человеком. У него не камень, ну что вы его знаете, он есть как раз в этой группе. Здесь мы так хорошо поладили, начали играть. Но потом он что-то перестал играть, ему надоел, захотел чего-то нового. Ну и мы остались играть втроем. Я, Шрам и Лекс. Потом Алес Леопольд еще был. Ну, на этом сервере как Локи известен. Тоже он сейчас не играет. Вот мы втроем играем сейчас. У нас там порой 8, набирал 46. Вообще весело было. У меня даже есть видео там, где мы катаемся на другом сервере на машине. Сейчас вспоминаю, как что-то вроде ностальгии аж. Не верится даже, что нас мало стало играть. Ну, все поразбежались, кто-то на лицензию перешел, кто-то просто в другие игры играет. Кто-то в другой компании, может быть. Кто-то учится, работает там. Я вот учусь, но совмещаю и то, и то. Плохие оценки, как бы, у меня не бывают. Стараюсь не получать их. Ну, в принципе, место, до которого я и добежать хотел. Сейчас зайду в этот ангарчик.
не выйду. А сейчас там. Пробегусь-ка я вот здесь по лесу. Возможно, тут какая-нибудь нычка будет. Часто бывает делают. У нас тут самих как-то нычка была на других серверах. Да и на этом тоже бывало. Ну, некоторые вот сослушка летит, это что-то вроде как птица что-ли была. Наконец-то за эту серию я обжил Сиэльсом, М16. Что-то получше немножко КМ будет. Конечно, КМ все-таки лучше, но он шумный слишком. М16 у нас все-таки потише. Если вот сейчас ствольник была. Так, ну чувствую, тут ничего лагеря нету. Ладно, иду в ангар. Или хотя сяду здесь у костра. Сижу. Что это, зомби? Белая точка. Заяц. Напугал меня. Насторожил. Сосенки, то есть елочки. Я не сяду. Ну как видите, у меня ничего нет сверхъестественного. Ни крутых пушек, ни ПНВ. Потому что я сейчас не ищу вертушки упавшие, не собираю машины. С ними было бы намного легче находиться. Сядем на костром, посидим. В общем, выводы за эти две серии. У меня переспар, у меня М16. Что у меня еще? Я поставил палатку. Сейчас покажу, в каких координатах. Так. Ну, тут у меня ничего такого тоже нету интересного. В общем, палатка у нас стоит вот в этом лесу. Вы знаете, 344 высота или координаты 0,59, 0,35. Сверху у меня 0,59 боку. Ну что? В следующих сериях я думаю пройтись вот через перевал Грозовой, вот так, зайти на Лысину. В общем, я не буду лучше рассказывать ничего, потому что вдруг начнут представлять свою тесту в другие места. Так что, хотя я в принципе уже спалился в чем-нибудь. Ну ладно, всем пока, до скорого, приятного просмотра.